Что-то люди ливают, ливают. Знал. Бизи. Бизи писал там то, что траву не пособираешь уже. Андрей, у Ну и меня понедельник фастовый миллион. получается тогда. Четыре кнопки, наверное, да. Да, милики, Хай и Сацуне. Кастер. Маша, принимай сон. Короче, по РДДшникам. Третья партия слева, четвертая справа, и первая относится к третьей, по четвертая, вторая, точнее, первая к третьей, вторая к четвертой. Пятая Стреля, Сацуны слева, Полинор, Ону справа, Войд по центру. Дальше. Выходят черви, третья пати крест, первая также к третьей, относится вторая к четвертой. Вторая, ой, четвертая пати квадрат, пятая луна. Вас танк подбежит, сам разморозит. Дальше выходит ледяной рев, ледяной рев. Все становимся в трусы. Все становимся в трусы. Ваня, у тебя фридом прокачан? Маша, принимай сум, да будем начинать. У Барменталя прокачан. Может, тогда Барменталь. У всех прокачан. Маша писала, что там звонок 5 минут, она отошла. Нет. Женя Вакачи, давай ты пока туда, вместо Маши. На этого босса. Сумони умный. Сейчас дам. Он вот, здесь. Выходит ледяной... Блин, все, Жень туда обратно, сорян. Так я все равно принять сум даже не смог. Там кто-то был в инсте. Значит, Маша как раз приняла. Все, ставлю рыбу. И погнали. Напоминаю, на первого босса бурсты не тратите. В огне не стоите. Кто от огня вздыхает, получает минус ЕП. Кто вообще вздыхает, получает тоже минус ЕП. Кто словит ледяного рева, сразу минус 500 будет. Первый раз. Второй раз словит 1000 будет. Так, как не словить ледяного рева? Вон, мы будем все стоять здесь в трусах, петов, тотем, и все убирается. Будет разбегаться, право-лево убежали. Никто никогда не бежит вот так вот вперед. Все убегают право-лево. Если вы по какой-то причине отлетели вот в этот угол, соответственно, уже автоматически убегаете в эту сторону. Все, готовность на пол, и погнали. Всем привет. Привет, Дань. Тебе из босса первого ничего не надо, да? Сасуна. Нет. Так. Добро пожаловать, герои. Припоты тоже тратим на... червей, на кислотную. Брусты, напоминаю, не тратим. Соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Смотрите, тоже кучно не стойте, чтобы в огонь сразу на всех не кидался. Был призван Кормак, пронзающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Нужно подойти поближе. У нас урона очень много, поэтому бурсты не тратите, он пойдет очень быстро. Гоблинов сразу свечаемся. Кто может станет, станет. По воину сыграли на войде. Обязательно сбить надо. Эмобой закастуешь СС на Сацуне. Второй лок, там Шачлон или как там на Ону. Ты
Выбежал, стреляй из огня. Третья пати квест, четвертая квадрат, пятая уна, когда бьем. И Борменталь, беги к воротам. Шнурки, беги к воротам. Подбивайте гоблина. Пока не выйдет кислотная, играйте по огненной. Полинор, отдашь Геру, когда выйдет кислотная. Отдавай. Второй там кто? Сомалийская. Напоминаю, первая пати миликов бьет слева червяка, вторая справа. Третья относится к первой, четвертая ко второй группе миликов. В спину никто не бьет червяка, когда ползает червяк. Гламур, Найоми подбежали в Уну на разморозку. В спину никто не бьет червяка, под лицом никто не стоит. РДДшники набрали рейндж, милики можете бить вначале. Чуть-чуть. Когда сказал разбежаться, разбежались, набрали рейндж. 10 метров. РДДшники уже набрали все рейндж 10 метров. Вот по кругу рассредоточились. Вторая пати миликов может уже отбежать, чтобы потом хаоса не было. Рейндж держите. Первая пати тоже убежала. Вот после сбивания не подбегаете. Готовь сейсбаунд. Коля. И Санич, Томас, Сокрун. Не подбегайте пока. Викиндов, отлично. Все, Викиндов один, можешь постоять там. Только смотри, чтобы тебя хилить. Почилить. Да. Там, где она вылезет, там ее и добьем. Только отверни. Потом все в трусы перебегаем. После того, как она откинет, все прям в пивар упираются спиной. Бежали все в трусы уже. Петов поубирайте, Локи. Потому что в Петов тоже врезается. Первый отдаст Фридом Борменталь. На бой аккуратно. Минус, не получил. Вот он сейчас нас откинет. Все, все можете уже в трусы стать. Прям в пивар прижмитесь к нему. Чтобы все в одной точке стояли. Подбежали в пивар, уперлись спиной. FDK, мистер Бонд, дядя Стэн. Все нормально будет. Право-лево убежали. Тотемы, тотемы уберите обязательно. Сука, в кого? Меня не показало в кого. Ну, я видел паладин под крыльями какой-то был. Минус. Блять, ну что вы, блять, убежать не можете или что? Я просто не понимаю. У нас еще ханта нет, блять. Сука, хуёво. Если еще раз врезается, это лайк будет, 100%. Надо, чтобы хоть один раз хотя бы не врезался. В пивар уперлись все. Чтоб смотреть, конечно. Блять, ну... Почти все убегайте влево, там пару человек, которые за пиваром вправо убегают. Стреля вправо. Да блять, ну... Икс-рик. Я видел! Ну, блядь, ну что непонятно, ну в чем ты стоял же там, ну ёбаный насос, ну что ты бежишь влево? Сказал уже всем людям, которым... Вы можете все в пивар встать? Подбежали уже к пивару, сейчас кто в пивар не улетит дальше, сразу минус. Задолбали, блядь. Стали все в одну точку. Ну вот как опять два, блядь, человека там стоит. Ну, это пиздец. Ваня, посмотри, что за ники, сразу минусы давай. Тоже в пиваре стоял. Там два человека слева стояли.
чудовища повержены! Второй боском. Отними X-фрику минус 500 викингов. Давай лучше стандартные 300. Не, договорились. По 500. Раньше вообще по 1000 было. Так, со второго босса кому-то что надо, если не надо, будем начинать. Утешение павших. Ты ж в рейде. Если у тебя в рейде нет. ЕП, если у него нет 500 ЕП. Так, ну отнимай сколько есть, значит. Начать с чистого лица. Смотрите, здесь поставь, Андрюха, крест сюда, то у меня или Ваня. Все РДшники вокруг креста рассредоточились полукругом, по два человека. Все с правой стороны стоят. Череп мы прохиливаем, крест выносим, стаки все снимают. Убили, два врезания в голову убили. Далее. По два человека вокруг креста, будет тут стаки, будет пенек и будет... портал. Все свечутся в портал, все бусты оставляете на пенек. Геру не будем, наверное, давать. Чемпов ставим. На пенек. Дальше. Как только выходит, появляется пенек, РДДшники сняли стаки, все отошли, сделали назад к щиту Орды. Обязательно. Стреля, закинешь орехи по шнуркам. Полинор, закинешь орехи по FDK. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Небопамсом! Крест не выносите в крест, выносите в другую сторону. Смотрите, не занесите сюда, вот в эту часть. И не убегайте далеко, чтобы вас могли прохиливать. Скоро врата будут через 3 секунды. Дайте сыграли поворотом. Сами укусял. Поворотом сыграли. Трелю прохильте. Бабу заберите. X-Freak выбежал. Смотри, не убегай далеко, чтобы тебя хилить. Бабу ближе к боссу заберите, чтобы к нему. Стаки сняли максимально быстро. Все, кто может, быстрее. Очень долго стаки снимают. Мастербонда прохил. Через 18 секунд портал Ваксар выбежала. Ваксар выбежала. Из морского прохил. Ваксар минус 300, да. У тебя еще глыба есть, Лера. Стаки сняли быстрее. И отошли назад, РДДшники. Сейф, Коля, давай. Саня, продли сейф. Андрюха, дай БР по Ваксар. Не вставай пока, Лера. Викиндов выбежал. Вставай, Лера. Ребаф дайте и инер залейте. Каст. Я ему боя прохил. Стаки, блядь. Снимайте стаки быстрее. Все, кто могут, присты, шаманы. Быстрее. Он, ну дай БР по мне.
Сомалийская дашь БР по Ваксар. И Кусяло дашь по Найоми. Хая прохильте, стреля выбежал. Вставай, те все. Блять, я нажал покинуть тело. Где БР, блять? Меня, БР, Маша, меня, ну уже поздно. Я уже не вижу ничего. Говори кто-нибудь другой, я нечаянно покину тело нажал. Перепутал с БРом. А, не бейте пенек, бейте чисто босс. Если вы убегаете от голема. Две секунды пенек. Добиваете 5%. Стаки, 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 стаки. И вы отдали. Сейчас заменим его, захожу. Отойдите от центра, сейчас я заберу лут и запустим босса. Папаха, попрыгай в танка. Поставьте кто-нибудь джиса, пожалуйста, на щит там в банке, по-моему. Папаха, короче, что, Егор или персонал? Нет. Я этот, рераз сделал. Папахапа это не тот папахапа, это просто спизженный ник. Так, с кого там щимпов что-то надо было? Изморский, давай на замену этот Нелеш рейд выиграл. Так. Перезапусти клиент, пожалуйста, шнурки. В следующем бою вы встретитесь с могучим... Так, Коля, прыгай в ДДшника. Сомалийская, можешь тоже в радружку прыгнуть. Саня. А, Саня, ты един. Ваня, прыгай в хапала, два хапала шамбу. Так, где Листен? Гламур сюда. Гламур поставишь ему тотем, это тотем очищения, трепета и от природы, по-моему. Хорошо, да будет так. Локи, доставайте суккуб, все магии, нажимайте ледяной доспех. Сражайтесь во славу Альянса Героев. Не, поставьте шкаф за смонти, не леша. Рыбу поставил. Шкаф. Так. Все, кто пожрал, перебегайте на другую сторону. А вас так тоже танчит. Видите? Да, есть, заменить вместо шнурков топ-хай взять. Вот. Все, давай вместо шнурков. Иди, Женя, на замену. Выйдем. Не, ребят, перебегайте в этот... вправо-обратно, извиняюсь. Там меньше милик. Может, сегодня пахлаван потанчит? Смотрим. Потанчит. Тотем вот сюда же, к углу? Где? Тебе эти тотемы слева надо скинуть для папахапа. Не, я говорю, вот здесь где-то? Покажи ему где. Где здесь там. Так, не лезь, что смонили. Где столб? Поставь поближе чуть. Не смоньте, не леша. Тут? Да, может тут. Я под щит поведу их. Не леша, играем все по черепу, через Геру. По контролям трусы. Трусы первый контролит определенно. Потом второй контролит Эмобой, последний контролит Кусяло. Квадрат контролит первый топ-хайп. После топ-хайпа Щачлон. И после Щачлона Уфовок.
печеньку Сукубу отправляет свой шачлон. На дерево отправит свою Сукубу ему бой. На лучше на шамана давай, не на дерево. Он без метки тоже. Ему бой. И вот должны быть обязательно законтрольные трусы и квадрат. Это две метки, которые должны быть законтрольны. За крест никто не выбегает. Крест это самая дальняя метка. Сацуны и четыре кнопки хилят танка. Все, готовность на пол. Там вопрос про сов. Надо 4-4 снимать? Да, надо. А то будете контроли сбивать. Ваня, хабхайк. Чего не хватает? Дайте ребаф по топ-хайпу, там не хватает. И не лешу. Не тупите, быстрее, давайте идем. Начинайте на доски все зайдите. Первый пойдет грипать LDK, потом хай, потом X-Freak. Еще раз готовность. Переходь. Трейля, Оно, хай. Все, все готовы. Гриппой. Отдали Геру, играем по черепу. К нам бегут трусы и квадрат. Законтролить нужно. Квадрат, законтрольте. Старфовый не юзайте. Каз бейте. Продолжайте сейчас контролить трусы. Трусы контрол. Там кто-то сбил. Еще один трусы. Убежал. Миликов, просто кайтите. Подбегите в темп замедления и не бейте их, кайтите просто. Квадрат продли, квадрат. Квадрат и трусы законтролить. Две метки. Так, Маша, дай БР по топ-хайпу. Влад, сразу вставай и убегай. Косты сбивайте. Наёми, ты на диспеле, череп. Не сбивайте контроль, трусан. Квадрат подлит. Дальше по трусам играем. После черепа. Лицом не танчите. Трусы контролят. По трусам играем. Не сбивайте косты. Череп просадить не можем. Бля, череп еще не добили. Не добили. Хилов никто не контролит. Есть БР, БР под шишлон, дайте один. Трусы квадрат, продолжайте контролить. Давайте столько сырей, ну блин. По трусам играем сейчас. Косты сбивайте. Квадрат и рога бегает в рейде. Смотрите, не стойте, не танчите его лицом. Ведь рог ему уже бегать не надо. Рогу, так, трусцы уже не контролите. Забираю. Квадрат. Рогу забираю. Поставил череп. Череп, смотрите, тоже просто от него убегаете. По трусам играем. Квадрат с контролем. Блин. Так. Кусяло, есть БР? Да. Отдай по уфологу, уфолог отдашь по щелчлон. А не, нету еще. Нет. Отдашь как будет. Минута. Но рогу на тебя пытаюсь затянуть. Бля, походу ты да. Одного еще забрал. Да, я уже понял. Да кто-то просто контроль сбивает, я не знаю, не жмите моры там всякие эту хуйню. Ледяная коса может тоже достает, не знаю, там что сбивается контроль. Он опять печеньки сбился. Я не ранен. Попробуем тебя пересадить его.
И сбивайте косты трусам. Почему он стреляет? Сейчас заброшу голову. Ты бернул слово. А давай, Андрюха, бернишь. Давай топ хайп. Влад, поможешь там контролить, хилов контролишь. Я же лока бернул. Хорошо. Лок, суккубу на какого-нибудь отправь. Печеньки контроль не сбивайте. Алло. Пробуй на тебя ворот. Не стойте лицом, не танчите. Ну, сбивайте магу косты, кс, скиньте на мага. Ну куда? Каст. Наверное, отделяй. Дальше играем по квадрату. Диспел, трусы, каст, сбейте. По квадрату дальше играем. Поставил трусы, теперь трусы контрольте и печеньку. Череп и луну кайте. Без АУЕ играем. Старфовый чит у кого-то, блин. Ёб твою мать, ну кто все сбивает трусам контролем, нет? Чего он не танчит лицом? Диспел квадрат. Вот так много. Кусяу, дай по воду. Можешь еще закастовать, бивать гимн. Наемный тоже закастуй гимн. Там стреля тоже без маны. Андрей, залей по стреле имя. Диспел квадрат. Очень много ход отхилился. Очень сильно. После квадрата играем в печеньку. Смотри, луна аккуратно, луну укайтите, луна само больно бьет. Трусы контролем, в печеньку играем, двух остальных кайте. Косты сбиваем. Сейчас я хек сдам, только постоянно кто-то сбивает. Вон, джага прилетел от паладина какого. Какие я забрал, уходи. Блять, ебашит через АУЕ. Наемник, закастуй гимноману, войд без маны полностью. Иннер тоже можно по войду скинуть, у кого там есть свободный. Дальше по трусам играем, остальных продолжаем. Эй, попробуй подвести, я ему стан дам. Так, смотри, я сейчас ему окову дам, грипну к тебе. Да, я тут застаню я его. Давай, тягаю, встань. Пытаюсь убежать. Все, беги. Да, долго вы. Да, блять, а уешь, потому что. Да и минус 50 не было на цели. Ну да, ханта ни одного нет. Рейди. А вот ханта ни одного нет? Нет. Играем по черепу. Хули, блин.
зато в друидов не дам штук. Не, на Ануба по-любому поменяем. Став, смотрите, здесь стенд падает. Пиздец. Какой-то. Играйте типа, по Лену. А мы, бильярд на соп не будет. Давайте. Либо крест, либо... Так, отдай фридом уже нахуй. Да. Спасибо. Да? Да. Ну, Раска, заходи на следующего босса. Лишь нужно. Никак, а живет. И на Ануба тоже. Лишь нужно. Бля, это как старые добрые. Чемпов бьем тысячу лет. ВВЦ перехилил. Ладно. Последний. Сразу отошли все от центра. Не режь тебе следующего босса, ничего не надо же, да? Прига ты не заберешь. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Все, тогда Враска сейчас в рейд. Сомалийский, Юи, дядя Стэн тоже останется в танке, и Хай тоже давай в танке. Враску вместо Нелеша засумоньте. Да я зайду ногами, я думаю. Ну все равно засумоним. Сразу кинь Сацуны за фласку. Хотя в обычную выпей сам. Все равно скоро спрос придет. Так нет обычно. Ну, нет так нет. А чё за босс? Чё за босс? Эти чем-то. Вальки. Вальки. Вай, Вальки, да. И Ану. Вальки и Ану. Пять. Иди с рыбы. Да я что, на рыбе? Я же снял шум. Так, ешьте рыбу. Все берем темную.
ней берем темную. Хан берет светлую, напулит, возьмет темную. Он знает, что делать. Все стоим в одной точке, ловят сферки. Сомалийская слева, дядя Стэн сзади, Петя справа. Юй танчит. Смотрите, сразу не брусите, чтобы не сорвать, особенно сов касается. Смотрим, где будет на месте. Боб, и закидывать просто. По физике. Не понял. Неважно, следите за Гром. Все играют вначале по печенке, потом... Ой, по печенке, по черепу, потом по звездочке. Играть можно будет только, когда я скажу. Встаньте все кучно в одну цель. Еще кучнее станьте. Забегите прям все в одну, в один фрейм. Маша. Ой. Все, готовность. А можно баф там какой-то? Дайте баф по враске. Кулак ему закиньте. Все, и Ваня, ничего не знает. Стрелу отпишу. Угу. Женя, тоже там не начинай дальше, потому что будешь нужен на нуба. Кусяло после этого босса сразу заходишь на ханта, Паша, который сомалийская, на паладина будешь танчить. Пока никто не играет по черепу, кроме враски. Все, играем по черепу без АУЕ. Смотрите, вторую не сорвите пока. Следите за своим игром. Там за собой следите. Можете уже сальвы ей закидывать, это сорвет. Давай, я слежу за тобой. Залетели сферки. Алло, блядь! Пойдемте, говорит Майдик. Дядя Стэн, сомалийская минус. Да? Не дядя Стэн, Петя сделал. Слева залетело, хочешь сказать, да? Залетело. Да? Так. Ну все, летим на Грульмаге, значит. Блять, вы играете или что? Ну что, ну? Не, ну я всякое видал. Давайте хотя бы чемпов убьем, ой, этих убьем. Выбор упадет, разролим, перейдем на маленький. Ну, давай чемпов убьем. Ну куда ты пошел, Паш? Убедился. Давай из Морски, в рейд. Прыгай из танка, Эльдики, половишь сверху. Да блин! Ты слева ловишь. Ну, уже не важно. Не 50, не 50, значит не идем. В следующий раз будет проход. А что случилось? Пахлаван что-то с гильдии ливнул. Думаю, где-то лучше-то. Где-то меньше будет матерей думать. Ну так все. Что сделать? Утешить вы. Конек еще, блядь, святой нахуй получается. Кто тут, блядь, приголубить? А я взгрустнул теперь, все пиздец. Там плащ, который на 7 статов мог апнуть меня. При чем здесь это? Хуй я теперь сделаю до кашки проходку. Прикольно, да? А это типа этот блоки танк, типа тоже, да? Ну это второй блокер, да? Я знаю, что, короче, Ваня может потанчить. Нет, не могу. Вот тебе и проходка. Я, блядь, сколько не играл, я еще помню. У Андрея есть проходка, нет? На Фологе. У меня, да. Мне только руля убить надо.
Откуда сферы-то залетели? Сзади, слева. Короче, залетели две справа и одна слева. Три штуки. А Войд, ты же стримишь, Войд? Справа залетала, если залетала, то пить не справа. Справа. Короче, справа две и одна вот отсюда залетела, вот с этой стороны. Короче. Да, справа вот. Две. Вот отсюда еще залетела одна. Справа две? Я не видел, поэтому и спрашиваю. Там спавнилось три, две одна шла в танк, а другая шла вниз рейда. Я их обе поймал. На Рэджа, это босса. За мной побежал дядя Стэн зачем-то. Я не знаю, его жопа главная. Вот здесь, вот от входа до вот этого столба. Вот это твоя зона, перекрыть. Вот короче, это. Ребята, я не хочу, чтобы вы ссорились. Я типа скажу, вот, отсюда прилетел, вот где-то вот. Отсюда прилетел. Не могла она здесь прилететь. Я вот здесь ее поймал, Андрюха. Я вот здесь ее поймал. Типа, как я увидел. Там, короче, если бой стримит, то у него... Конкретно отсюда вот летела одна по диагонали сюда, вот так, в задницу рейда, а вторая летела отсюда, вот сюда. И я их поймал на вот таком рейдже. Ладно, все, погнали. Потом разберешься, Войд скинет, я посмотрю сам. Дядя Сэм, ты не там стоишь, вот твой зад рейда, вот здесь ты ловишь, вот здесь. Теперь слышишь? Да. Я могу зайти потанчить, если ты... Подтанчишь типа вечером. Мы уже не пойдем сегодня. Поэтому. Дальше пойдем на УК. Блять, ну следите за Гром. Кусяло тоже минус дадите. Вамуру тоже минус. Продолжайте бить. Дайте гламуру. Или есть встать? Есть. Подожди, пока не вставай. Сейчас пройдет каст. Враски тоже минус. Да вы чё, блин? Вставайте, кто может. Возьми светлую. Я без сферы боярил. Дай БР из морский по уфологу, уфолог по враске светлую возьмите. Что, надо было цвет поменять или что? Я кусал, поднимался. Дайте враски, значит, кто-нибудь. Светлую возьмите, сразу. Светлую взяли, да? Нет! Да, взяли светлую спуск. Играем по темным. Да я им сказал, кто упал, чтобы они светлую взяли. Нет, просто черные шары ловить. Слови все, я сюда. Перебежали. Пути темные сферки не ловить. Продолжайте бить. Можно Геру дать, все равно дальше нельзя. Дайте Геру. Дядя Пент. И самое обидное, ладно, совы дамажат, а я-то как? Да я не пустил даже на него, если честно. Я сказал, не бить, ауэешь. Ты все равно ебашишь своими ауэшками. Не ауэшки, если у меня солнцепад идет от Т4. Снимай Т4, значит, снимай Т4 свое. Либо одну пулю дал, остановился. Ну как все еще сказать? Ну у меня там солнцепада нет. Почему я сдох, кто мне может сказать? Ты белую эту не поменял.
Короче, мы с тобой упали, вот кто там говорит, второй. Мы с тобой просто цвет вообще никого не взяли. Гламур говорит, я-то взял. Гламур, ты сорвал агро, Вой, ты есть общий ХПС? Ой, ладно, щит Гламур. Кидаем. Щит кидаем, 10 ХП. Не пэшем. Раз, два, три. Никому не надо. Летите на мои. Зап. 10. Раз. Два. Дай обмен. Вань, поднимай. Дай порт. Дай порт. Не изучил. А я за это время, когда я уходил? Да, в огре поставь, да, через огре можно. Фили. На 13%. Огре. Тоже 10 ИП. Жало Тараска. Полино. Раз. Два. Да. А, Саша, я хочу в рейд на Грой Магик. Сейчас тут все равно много людей без прохода. У меня ИП нет, я могу.